На конечной остановке выстроились в парадный и прощальный ряд как вместительные лиазы, так и пазики. Их с нетерпением ждут дачники с сумками и тележками. Пятница – последний день, когда на 6 соток можно добраться на общественном транспорте. Сегодня последний день работаем на дачу. Завтрашнего дня дачи не будем. На маршруте, на город. Садоводы сетуют, что рано закрывается сезон. Еще не все дела завершены. Но постановление главы города подписано, и оно вступило в силу. Мы привыкли, я уже там 50 лет на этом, даже больше, что последнее воскресенье октября. И мы стараемся к этому времени все. Тут еще немножко рано и виноград укрывать, и все. Нам приходится все это делать раньше. С дачниками согласны водители автобусов. Они не против отработать еще и в выходные. Ну, надо было продлить хоть до воскресенья хотя бы. Изначально дачный сезон в областном центре планировали закрыть 15 октября. Но по многочисленным просьбам оренбуржцев его продлили еще на несколько дней. Дачники кормят на остановке голубей. Пернатым придется ждать хлебосольных садоводов до весны. Весны 24 года с нетерпением будут ждать и сами обладатели 6 соток. Александр Криволапов, Игорь Бероев. Новости дня.